так же как на archive.org, большое количество книг по санскриту содержится на script.com. Не обязательно иметь платную версию. И read free for 30 days тоже не надо. Закрываем. У меня уже есть аккаунт, он привязан через Facebook, чего я вам советую, или через Google. Залогинились в бесплатный аккаунт. Так, дальше. Download. Download он просто так не даст. Он хочет, чтобы мы залили вместо скачиваемого какой-то другой PDF. Не вопрос. Любой документ подойдет. Здесь можно добавить описание, но точнее это требуется. Потом просто можно что-то заполнить. Я не очень добросовестно заполняю эти поля. Сейчас. Done. Тут можно скачать, закачать еще. То есть весь смысл в том, что ты можешь скачать только если ты обратно что-то даешь. Ну, у меня действительно много уникальных PDF-ов. То есть ты не можешь залить PDF, который у них уже есть. Но у них на самом деле не так-то много есть, поэтому это не проблема. Залить какую-то книгу, какой-то отрывок, хоть одну страницу. Ага. Пробуем. Ну, пробуем, так пробуем. Поставим какой-то другой еще тогда. Распробуем. Что-то ему не нравится. Попробуем еще один. Раньше таких проблем не было, он брал любой документ, ну, возможно, просто чисто технические поломки. Ну, собственно, вот он и предлагает. Ну, TXT, зачем это, там будет просто грязный, распознанный, не нужен исходный PDF. Все, он скачает тот том Renault, которого у меня нету. И предположительно у него есть и остальные, можно проверить. Так часто бывает, что это часть какой-то коллекции. Да, собственно, вот он залился, этот документ. Этот документ залился. Вот, и, собственно, это дало мне возможность скачать. Вот. Сейчас мы попробуем найти того пользователя, который я скачал это. Да, видно, что у него еще есть Renault, то есть давайте посмотрим. Так, интересно, что у него есть. У него есть такие документы. Хорошо, Humor. Это то, что нам надо. Видно, много книг, изданных во Франции, то, что надо. Ну, а дальше надо смотреть, какие из книг Renault у меня есть, каких нету, и скачать тех, которые нету. Собственно, вот таким способом можно скачать уйму всего того, чего нету на сайте. Archive.org. Это основное место для поиска. Это основное место для поиска санскритских отсканированных книг. 110 тысяч результатов нет. Есть, конечно, помойка, но в основном здесь качественные результаты. То есть надо просто знать, что вы ищете. Недостаточно в хорошем качестве. Спасибо.